Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы и продолжаем играть в Крушителя Луны, собирать денежки. Давайте возьмем наш огнемет Феникс. Да-да-да, ребята, будем играть на Фениксе. Поехали. Феникс у нас такой вот танк, который стреляет. Он стреляет огнем. О! Давай, подожди. Вот, ты смотри. Как они мочат, а? Так, есть. Подбили меня, Значит, надо как-то стратегию у нас другую сделать. Подъезжать я не буду так близко теперь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо. Есть. Уничтожили одного. Так, теперь вот этого. Ой, хорошо, смотри. В хорошем месте. Ой, я здесь буду стоять. Не буду близко подходить к этим врагам. Ладно, они у нас хлопнулись. Поехали дальше. Аккуратненько соберем монетки. И где-то здесь должны быть еще враги. Вот он едет, смотри. На, поджарься, готов. Давайте сразу подлечимся, залечимся. Опа, почти что на 100%. Потому что сейчас скоро будет босс. И, ребята, босс мне даст тоже лечебный вот этот ремонтный комплект. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, на. Все, уничтожили. Так, ну вот у нас едет кнут. Ох, нет, это лазерная пасть, ребята, лазерная пасть. Офигеть. Почему я так удивляюсь? Потому что не всегда лазерная пасть приходит сразу. Все, мы убили, уничтожили эту лазерную пасть и ремкомплект забираем. Вот, все, теперь на 100% мы подлечились. Хорошо. Так, теперь давай здесь жарить одного и второго. Так, вот еще один едет. На. Получи, враг. Это вражина. Танки вот эти вот. Есть. Видите, ребята, что происходит? Что-то с планетой Земля случилось. Там взорвался ядерный гриб. На рисунке нарисовано. Поэтому все танки отправились, лунную базу создали. И на лунной базе, естественно, у нас всякие вот враги появились. Тихо. Так, тихо. О, куда? Нет. Вот здесь сейчас буду стрелять. На, получи. Так, вот еще один едет. Давайте немножко так вот встанем. Да ё-моё, какие они мощные. Смотри, сколько их много. Надо будет мне сейчас подлечиться. Так, давайте подлечимся. Надо ремкомплект будет улучшать, потому что... Ой-о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 й
Да, отщелкал меня конкретно причем. Ну ладно. Так, вот едет еще один чувак. Готов. О, здесь я хорошо встал. Должен быть еще один какой-нибудь танк подъехать. А нет, нет никого. Поехали, значит, дальше. Поехали, ребятушки, аккуратненько будем ехать. Смотреть. А где тут еще будет танк? А, вот едет. На! А, задел меня, задел все-таки. Ладно. На, получай огня. У меня огня много. О-о-о! Дружок. Вот ты мне как раз здесь и не нужен. Все, уничтожили, едем дальше. О, дурачок перевернулся. На, огонька немножко, не хочешь? О-о-о! На! Так, давай подъеду поближе. Да ё-моё, на, пожалуйста, сгорай уже. Так, плохо мы, не в хорошем месте мы стоим. Давайте отъедем немножко вот здесь. О, вот здесь хорошо будет. Давай, подъезжай. Хорошо, готов. Следующий танк. Еще один. Тут их как раз уже много, смотри. Да, Феникс мы хорошо с вами, ребятушки, улучшили. Прям-таки неплохо. Где там еще остальные танки? Давайте посмотрим. А тут уже скоро босс будет. Так, наверное, после этого. Да, ребята. Едет босс наш легион. Легиончик. Сейчас мы тебя щелкнем. Легиончик. Вот здесь останем. А, нет, у него, смотри, какие стрелялки нехорошие. Все, подлечились. Немножко подлечились, правда. Можно было бы и побольше подлечиться. Ну да ладно, сколько подлечился, столько и подлечился. Едем дальше.
Нам надо, ребята, у нас задание. Задание открыть побольше. Заработать денег и открыть новую карту. Так, пока что 2000 у нас. Это мало. Нам нужно, кажется, 3. Ох, и попал последний этот самый. Ракетка в меня попала. А, кажется, 3000 нам надо, но это не точно. Я все время забываю, сколько она стоит. Ну не 5 же тысяч. Ой, хорошо, сейчас всех отщелкаю. Сколько ж много танков, смотри, едет. Офигеть. А, вот этого еще. Последнего. А, еще один, да? Подожди. А что у вас так много? Что-то у вас много. И шкала, смотри, как медленно проехала всего лишь. Давайте подлечимся на всякий случай. Хотя бы немножко. О! Так, едет. Один готов. Второй. Так, вот третий едет. На, получи. Будут еще танки или нет, интересно. А, да, едет, чувачок. На, держи огонька. Все, наверное, уже не будет больше танков. Давайте поедем. Поедем, ребята, дальше. Так, отъехали мы достаточно далеко. Вот они, куча танков. Давайте отъезжать на то место, где мы и были. Мне там то место понравилось. А, уже эти стоят, смотри. Ладно. Сейчас будем отсюда стрелять. Поджарят они меня, конечно, тоже. Ну, я буду их жарить. На, получай, ё-моё. Ой, уже жизни сколько мало. Так, ну зато мы, ребятушки, и денег подзаработали. Таки неплохо. 2200 почти что. Почти 2200. Ладно, все, поехали. Так, монетки эти заберем. Они принадлежат теперь нам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько здесь танков, смотри. Не, отъезжать надо, отъезжать. Давайте на то же место подъедем, если там, конечно, уже шипы не стоят. Да, здесь стоят уже шипы, ребята. Ладно. А, уничтожили меня, убили. Ну что ж, ладно. Давайте возьмем другой танк. 372 монеты мы заработали. Давайте возьмем другой танк. 5 тысяч, вы серьезно, что ли? 5 тысяч стоит патруль джунглей. Это очень много. Давайте выберем опять луну. И выберем танк. Вот этот я выберу. Маленький танк Джокер. Его нам надо улучшать. А как улучшать, надо с ним все-таки играть. Да, играть с этим танком. Хоть он может быть и не супер сильный, но по-другому мы его с вами не улучшим. Есть. А, ну слабенько, но стреляет. Так, что у нас там? Ой, хорошо. Я буду отсюда стрелять, попадать в них. Ну, слабенькие у него, конечно, ударчики. Слабенькие, поэтому нам нужно его улучшать. И, возможно... О! Мы его улучшим. Так, монетки я забрал. Ну, в принципе, с двух ударов он уничтожает вражеский танк. Мне нравится, что он маленький. И он очень быстрый, кстати. Он, ребята, очень быстрый. На, получай. С двух ударов. Вообще, Джокер, он у нас вообще не прокачанный. Абсолютно никак, ни разу. Потому что мы его открыли совсем недавно. Но даже будучи не особо прокачанным, он, ребятушки, у нас достаточно-таки сильный. Что же будет, когда мы его прокачаем? Интересно. Опа. Все. А вот и босс. Армада. Легион. Все, я их путаю. Так, это легион у нас. На. Опа. Так, он, смотри. Ему не особо наносятся удары, но... Удара 4 мы нанесли, но и он взорвался. А заберем ремкомплект. Ох ты, хорошо, кстати, подлечился. Нормально-таки. Но у него нету никаких ремкомплектов у самого
чувака. Ух ты, с одного выстрела, прикинь. Так, вот этих теперь надо. На, раз. Так, подожди. О, один есть уже. Один уже готов. Да сколько вас, а, вонючек? На, ах, тут их двое стоит, смотри. Ну, было двое, стало никого. Ни одного не стало. Всех уничтожили. Ладненько, едем дальше. Смотрим, что... О, красный. Красный, я люблю красного. Он редкий, конечно. На этой локации, именно в Луне. Но он такой слабенький, я его люблю уничтожать. Всех уничтожили. 2300 у нас. Да, не так-то и быстро. Кстати, это все денежки тут зарабатываются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, я даже подъехать им буду. Они монетками заманивают. Заманивают монетками. Ты смотришь на эти монетки. Хочешь, естественно, монетки взять. Но они тебя начинают щелкать. О, есть один. Уничтожили одного. Так, убил. Убил меня танк, ребята. Вражеский. Ой-ой-ой-ой. Ну что ж, дорогие друзья, будем мы заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И обязательно пишите комментарии и передавайте привет.